Мы очень рады вас видеть сегодня здесь, в этом зале. Мы хотели сказать, что это абсолютно не концерт, это наш творческий вечер, как мы назвали его «Квартирник». Поэтому, пожалуйста, чувствуйте себя свободно. Мы будем много общаться, много петь. У нас там чай, печенье. И что-то с техникой только что было. Добрый вечер, дорогие друзья! Безумно волнительный вечер сегодня. Очень давно хотелось его организовать, очень много думалось. В связи с прошедшими событиями хотелось отменять, переносить. Но мы подумали, что каждый, наверное, должен привносить что-то лучшее в мир, начиная с себя и со своего окружения. Поэтому мы сегодня постараемся создать что-нибудь хорошее, приятную, теплую атмосферу, вот, начиная с нас и своего окружения. В общем, первая песня. В основном мы сегодня споем кавера на этом вечере. Если вы знаете слова, подпевайте. Если вам хочется танцевать, танцуйте. Если вам хочется уйти, я надеюсь, вам не захочется уйти. Вот. Вас никто не выпустит, знаете об этом. Вот. Первая песня «Призыв» о поцелуях. О поцелуях такая необходимая вещь сегодня. Целуйтесь с братьями, с сестрами, с любимыми, неважно. Это в любом случае повышает настроение. И, в общем, от этого вы делаетесь лучше. Поэтому погнали. Thank you.
Да, я все сказал. Не, на самом деле, друзья, давайте представим, что тут стоит какой-то рояль, потому что я сегодня немножечко непривычным, наверное, для вас видео стою, стоя. Да, Женя, пора уже и постоять как-то. Ну, пора. Я все работаю, сижу, работаю. Ты сидишь. В общем, не об этом, друзья. Следующая песня тоже иностранная. Мы, в общем, пойдем по фирме. Песня очень стильная, ненавязчивая. Ну, в общем, как-то она Жене, она очень сильно нравится. Я не знаю, почему. Но это еще не все. Друзья, я бы хотел на эту импровизированную сцену пригласить нашего очень большого друга. Без преувеличения, это лучший скрипач Украины. Друзья, Святослав Кондратьев. Включайте. Это правда, один из самых лучших скрипачей в нашей стране. Он нам будет помогать в сегодняшнем вечере. У нас будет такое небольшое трио. Отправимся с вами за океаны. Thank you.
чтобы вы по жизни шли так же легко, как напевается в этой мелодии, и оставались собой, несмотря ни на что. Ну, а следующая композиция у нас будет французская. Да, французская, о любви. Вот как-то любим мы очень Женей французский шансон. Как-то мы в нем купаемся, нравится он нам. Вот, поэтому я думаю, что сегодня вечером мы не будем скупиться на французские песни. А я предлагаю немецкую песню про любовь спеть. Жень, я не знаю, может, ты знаешь только немецкие песни о любви, но мне ближе Франция. Поэтому мы споем французскую. Да, и вот этому человеку я дала лучшие годы своей жизни. Thank you.
Сейчас мы посмотрим, что у нас дальше. Как ты будешь раскрывать эту шутку? А ладно, что все друзья. Понравится? У нас небольшое объявление. Владелец машины Nissan Qashqai. Вы больше не владелец этой машины. Это шутка, конечно. Есть владелец машины Nissan Qashqai? Кто здесь ставил возле входа? 66-47. Нет. Вот. Нам просто новые гости захотели на праздник. Вот, вот такими вот методами, да. Видишь как? Вот так вот. Так, я думаю, что сейчас мы споем значимую для нас песню, да? Нет, а прежде я хочу сказать, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что у меня сегодня день рождения. Когда поздравляют человека, у которого день рождения. По сути, что он сделал в этот день? Ничего, родился, класс. А кто старался, мучился, это, конечно же, мама. Это, ну, родители вначале, но потом мама. Вот, поэтому я хочу вам представить мою маму, Светлана Николаевна. Вот она сидит. Мне кажется, должны быть все цветы, овации, подарки именно для этого человека. Папа, не обижайся, мы тебя тоже любим. Но ты не мучился так, как мама. Вот, я очень сильно тебя люблю, и много тебе приятных слов я говорю наедине, поэтому не будем разглагольствовать здесь. Следующая песня, она, ну, вот мы ее, вот, кажется, мне она будет кстати в данном случае. Я думаю, что сейчас все поймете, что это за песня. Субтитры сделал DimaTorzok.
есть. Но я узнала, что такое нежность. Мама, я так одинока, а вокруг меня люди, люди. Мама, у меня сердце не бьется. Мама, что со мною будет? Следующая песня для нас, наверное, не менее особенная, а может быть даже и больше. Почему? Потому что зародилась она еще, ну, наверное, чтобы не обмануть, ну, лет 6 назад. Сначала была идея на английском языке ее сделать, но потом как-то на нее лег текст. Это, как вы догадались, это наша авторская песня с Дашей. И сегодня вы будете самые первые слушатели, которые ее услышат. Не время, наши родители слушают. Ну, но мы ее впервые исполняем. Называется она... Как она называется у нас? У меня просто несколько названий. Мы никак не можем определиться, какое лучше. Дело в том, что когда пишется музыка, на самом деле есть... А вот мы сейчас, да, мы споем, сыграем, да, вы скажете. На самом деле, когда пишется музыка, в компьютере постоянно есть кодовые слова. Там коричневый, там, или какое-то там вообще там ужасное слово может быть. Это все кодовые слова, которые позже песня приобретает название, да, когда она становится полностью готова. Поэтому первое слово у нас было «лети». А потом забыли, да. Ну, это два ключевых слова этой песни, поэтому мы долго не заморачивались, как ее назвать. Короче, «забыли» и «улыбы». Каждый для себя может сам решить, как ее назвать. На самом деле, я еще немножечко дополню, эта песня у нас самая многострадальческая. Я не знаю, сколько мы раз ее переделывали, и, честно говоря, я не знаю, какой сейчас вариант прозвучит от нас. Потому что это каждый раз какая-то импровизация, вот, поэтому... А почему самая многострадальческая? Потому что она одна, правильно? Самое страшное, что если забудешь слова, никто же не подскажет. Да. И не заметит. Краю забыли, развечу.
Совсем вот пару дней назад она у нас появилась. Вот мой куплет, вот Славика припев, и мы так решили вот сделать. Сказал, если мы... Да.
Спасибо большое. Ну что, сейчас мы сыграем известную мелодию, которая часто звучит в службе розшуку детей на телеканале. Не будем рекламировать, да? Ладно, на самом деле это... Кто написал? Написали. Ну, в общем, наверное, знаете. Мы же не музыканты, мы не знаем, кто написал. Мы скачали с интернета. Кстати, мы даже название ее не знаем. У нее кодовое название, у нас ми минор просто. Мы это говорим на... На самом деле, это трек из группы Secret Garden. А, видите, значит, он знал. Которую никто никогда не слышал. У нее своя история. Я ее написал в 12 лет, как-то от начала до конца. И она лежала, даже на каком-то конкурсе. Я ездил, показывал ее, ничего там не занял. Ну, в общем, потом я решил переделать немножечко. И сейчас вы услышите впервые за этот вечер своего рода фонограмму, потому что
вы можете на самом деле закрыть глаза и представить, что это не фонограмма, а что на этой сцене будет сидеть большой симфонический оркестр. Хорошо? Попробуем поколдовать чуть-чуть. Она называется «Воспоминания». Написал 12 лет, так и назвал, тут уже без кодовых слов, о чем ты воспоминала 12 лет. О чем, не знаю, вот сейчас послушаю. Наверное, любовь, что ли? Смотрите, мы ведь договорились с вами изначально, что это не концерт, а это
живое общение. Поэтому, если есть какие-то вопросы, вы о чем-то хотите поговорить, вас трубой обидит. Как же у вас сейчас наболело? Телефонуйте. Приход такой. Благодарю. А поговорить... Это, кстати, кто не знает, Галина Юрьевна Голубева прошла аплодисменты, Галина Исфатора. Этот человек, вот вы видели в субботу результат, я вам скажу, 80% работы – это именно этот человек. Поэтому ваши аплодисменты. Кого-то еще представили, давай знакомить как-то людей, а то они как-то сидят так скромненько, как-то друг с другом не общаются. Ну, тут очень. А какая газета? Вечерний лист. Информация надана на правах рекламы. Все, дай человек сказать. Это я выиграл, спасибо большое. Что такое забыли? Забыли, да. Да, дай купи, подари. В общем, Хмара, много ты говоришь, давай чего-нибудь споем. Разговорился, а просто я вам так скажу, а Женя вот всегда говорит, да уж у меня что, мне стесняюсь всегда говорить. Я иногда говорю, что я вот, и вот там, я, вот ты там, я буду говорить, ты там дополняй, а тут разговаривался. А потом, да, а потом Даша мне отвечает, нет, давай забыли. В общем, вернемся к Франции. Вернемся к Франции, Женечка, да. Франция у нас будет. Все-таки Германия, может? Женя уже просто забыл, какие мы песни собрались сегодня петь. Что, слава Евгении, да? Ну, в общем, песня, я думаю, известная. В свое время с этой песней мне очень подфартило. Вот. Ксения, Юлия, кто не знает? Ксения знает. Вот такой вот он пианист. Sometimes.
с этой песни началось общение с телеканалом СТБ посредством этих двух человек, Ксения Балкун и Елена Романенко. Им тоже аплодисменты, именно они услыхали впервые эту песню. Славика, ну как хочешь, можешь позвать. Славика зовем, нет? Просто у нас Слава в таком свободном плавании. Хочешь, зовем, хочешь, не зовем. Да, Слава. Да, мы решили немножко украинского чего-то попить сегодня. А, кстати, я... Давай про меня. У нас песня про Славу, я думаю, что все догадались, что это за песня. Ну, про Славу. Женя не может провести ни одного вечера, чтобы не сыграть эту мелодию, Женя! Кстати, точно! Вот оно что! Женя, сыграй СМС! Может, давай этот интерактивчик твой любимый? Скрипаля.
Слава. А про славу, видишь, есть. Не заслуживаю. Я предлагаю продолжить наш украинский блок. У нас такой большой блок, две песни. Блок. Блок. Давайте вы нам поможете чуть-чуть, хорошо? Да. То есть песня настолько узнаваемая, что просто стыдно ее не спеть всем вместе. Это просто позор будет. Английская, да, английская песня поется на португальском. Зрута, да. Ну. Нет, на самом деле, честно, от вас сейчас будет зависеть гораздо больше, чем от нас, поэтому давайте сразу сейчас договоримся. Мы начнем так, смотрите. Началось. Все дни у полони под шар.
живем, что мы делаем. Мы действительно едины, и мир, наверное, станет лучше, если мы будем начинать с себя. Вот поэтому, чего я вам и желаю, меняться желательно к лучшему и всегда начинать с себя и со своего окружения. Вот, а мы продолжим чем-нибудь. Может, трошки джазочку там. Як ми там джазочку трошки, якщо ми дамо? Тобто там ніхто із нас не джазовик, але нам так нравятся вот эти аккорды, що ми делаем здесь, що ми поем джаз. Україна – самая джазовая страна в мире вообще. Ми ж чорні. Это мы решаем просто, что петь. Женя, как всегда, запутает, и ты пойди пониже петь теперь. Играй давай. А, да, надо сразу очень образ взяла. Don't you know that, no.
and go. That's right. Встать нам и, может быть, встанем, да. Вот.
Да, давайте приземлимся как-нибудь под ваши бурные аплодисменты. Спасибо большое. Да. Да, друзья, я хочу сказать, что сегодня мы вам споем. У нас есть пара совместных номеров. Ну что ж такое, как мы там рассядьтесь уже, эти мужчины. Вот, споем то, что, к сожалению, не вошло в эфир, и то, что не показали. Но это, наверное, по сей день остается самым любимым для нас номером, который мы делали. Мы были в тройке все вместе, еще был один парень с нами. Вот, но остались дружить мы в пятером, поэтому споем мы эту песню в пятером. Песня известная на украинском языке. Ну, в общем, не судите нас строго, мы старались, репетировали. Ну, в общем, приятного прослушивания. Мне хочется тут Хмару позвать. А где тут Хмара? А, да, кстати, нам для номера надо написать Хмара и Женя. Да, вам, ну так, чтобы было красиво, да, поимпровизировать что-нибудь. Да, и напомни. Баба-гад. Ты будешь стоя, да? Просто в этом треке настолько много фотограмм, что не поверят, что вот они прям четвером стоят. Им надо массовка просто, чтобы было видно, что типа играют. Все, типа живут. Да, типа подошла. Нормально хора, так сказать. Тут недостаток микрофона. Как вообще слышно вот на микрофоне? Хорошо. Есть немножко, да? Перестраиваем немножечко технику. Витя! Я микрофон устраиваю. Началось. Я просто испытываю. Давай дальше славу. У меня сцена есть. Yeah.
Вот, мы решили спеть следующую песню. Подожди, нужно объявить шейкер. А, шейкер надо? Ну, сейчас встречайте, шейкер! Теперь мы мобьем. Говорят, инструмент есть. Звучит песня, да, наконец-то. Вот. Ну, хочется спеть что-то своего. Мы придумали песню. Нашего. Я хочу сказать, просто ребята же скромны. А я хочу сказать, что у ребят очень много своих песен, и эта песня, в частности, была написана, когда мы были на X-Factor'е. Я очень благодарна ребятам за то, что они с ней поделились, и мы вот имели возможность петь ее все вместе. Я так немножко напросилась. Поделились. Один раз споем здесь, поделились. Мечтала, поделились. А вы еще не слышали? Ну вы там нас придумайте что-нибудь. Я минор. Песня очень добрая, как по мне. Я благодарна ребятам за то, что они вообще делают очень много доброй музыки. И мне кажется, именно этого не хватает сегодня. Поэтому благодарю вас, ребята, вы молодцы. То есть ты сегодня озлом тебе говоришь? Нет. На что не слышишь? А ты не хочешь сделать это выступление более ярким и что-то изменить? А, да, чтобы вы не думали, что мы все время в одной позиции вот, сидим, стоим. А, точно. Вот так, чтобы было так. Мы еще и поменяться. Да, все, отлично. Так вот, чтобы было. Да. Ну что, маэстро, go. Thank you.
Сонечко, ты сядешь, и пахнешь мрачек
классный мужик, слегка полноват, слегка уже в возрасте. Как ты видишь. Вот, кстати, да, мы же забыли. Нет, все в порядке. А, да? А нет, давай, кстати, сейчас. Давай сейчас. Давай сейчас. Как ты полноват, да? Что? Друзья, сейчас, значит, чуть-чуть не торгуемся. Буквально вот увидите, да, нашего день рождения, нашего. Да, мы вчера... Что за печально? А, да, мы сделали... Вчера, кстати, да, спасибо тебе за то, что мы были у тебя. Женя не знает об этом. Опять. Мы делали сюрприз для Вити. Думали, что же ему подарить. Витя, вот, на самом деле, очень хороший, талантливый парень. Мы так смотрим на него с ребятами и думаем, что же подарить. Смотрели и решили. Вите надо подарить скакалку. Потому что видно, что немножко лишнее перебрал. Витёк, с днём рождения тебя! Привет, сгоняй калории, пусть не бедает от тебя. Да. Может, пару раз покажешь мастер-класс? Ну, видите, ну, кто ж как не ты мог придумать? Да давай, весь зал ждет. Смертельный номер. Барабанная жопа! Давай, Витя. Ну, двадцаточку. Пока не поломай, Витя. Ты смотри, монитор не сломай. А, он как калорий выбирает. Верну. Ты потом будешь чинить баркан. Паркет ложится. Знаете, вот, Даша, я, у тебя день рождения, я хочу тебе пожелать хороших друзей, а не вот. Пока не поздно, да. Я вижу, у тебя друзья хорошие. Никто скакалку даже не принес, нет? Я надеюсь. Окей. Ну, после разговора... Друзья принесли ей торт, чтобы она, наоборот, ее поправлялась. Так вот, по поводу пузатой. Есть такой хороший пузатый исполнитель. Кому-то он сделал... Сергей Жуков, не буду скрывать, группа «Руки вверх», знаете, да? Вот. Кому-то он этой песней подарил молодость, кому-то даже детство. А нам — карьеру. Спасибо, Сергей Жуков. Yeah.
чем мы тянули время как могли. Вы уже переоделись там все, да? Это же, по-моему... Клею Угрюмова, друзья! Благодарю вас, ребята. По-моему, это самый... Да, на бар не помню. Самый позитивный, самый веселый и самый добрый коллектив нашей планеты. Еще раз вам спасибо. Я не знаю, я влюблена в Клею Угрюмова. Не знаю, как вы. Уверена, что вы тоже влюблены. За такое море и добра. Ну, а мы немножечко соплюшечек поддадим, да? Клей вас повеселили. А мы, в общем, снова... А мы... Да. Шизгарновай! Что? Шизгарновай! Шизгарновай, ну на чем? Дима, твои вот эти корпоративные штучки... Это украинская народная песня, Шизгару. Не, ну гаразд, мы дамо Шизгару. Мы... Что, давай, Францию снова? Ну как-то мы уже... Давай достанем людей Франции. Это, кстати, не Франция, это Бельгия, если быть точным. Я вам немножечко расскажу. На самом деле, Даша... когда-то была скрипачкой. И ее мечта была, не знаю, эту историю могут еще не знать, между прочим, я расскажу. Даша мечтала стать Ванесса Мэй. Потом вдруг Даша в школе решила попробовать петь. Вот, и у нее достаточно неплохо получилось изначально. А потом Даша услышала такую певицу, как Лара Фабин. На тот момент она была непопулярная в нашей стране на самом деле. И в тот момент еще никто не исполнял, во всяком случае, я ни разу не слышал, чтобы кто-то пел ее песни. И не побоюсь сказать, что Даша была вот одна из первых, кто начал петь. Наше первое выступление было, между прочим, было в обычной школе. И... была филармония, приезжала, и мы, в общем, спели, подготовили специально для филармонии. На самом деле, у нас с тобой под каждую песню. Это была наша первая песня, я заметила. Это уже которая первая песня, которую мы исполняли? Нет. Правда, одна из самых первых. Одна из самых первых, да. И я думаю, все знают, как я люблю, любила, люблю, наверное, творчество Лары Фабиан. Поэтому не могу не спеть песню о любви ее же. Вот, например, я знаю барышни, которые не могут без этой песни жить. Всегда просят ее исполнять. Вот поэтому мы споем о любви, правильно? Абсолютно. Поставим тут. Да. Ну. Comme une star de cinéma.
Thank you.
генератор творческих идей и таблетка для связок. Как всегда. Таблетки? Эти ваши таблетки, Галина Юрьевна? Да, большая подушка. А все спрашивают, почему я всегда веселая? Потому что Галина Юрьевна мне лечит связки. Благодарю вас, Галина Юрьевна. Еще раз прошу аплодисменты. Это очень значимый человек в моей жизни. Следующая песня, поскольку мы говорили, что у нас все под эгидой, в общем, там, верьте в себя, так, Галина, под эгидой хорошего настроения. Да, хорошего настроения. Мы вам желаем поменьше волноваться, а в простонародье париться, вот такое вот есть слово, вот, а побольше радоваться жизни. Поэтому следующая, Нет, просто я хотел добавить на самом деле, что сейчас действительно тяжелое время для Украины, и очень важно верить в себя. Ведь на самом деле все хорошо, да, важно верить в себя, верить в чудо, чудо оживет. Вот, а мы сейчас хотели бы спеть такую веселую песню о счастье, о чуде и так далее. Да. Me.
Даша, ты все время поешь, не даешь мне поиграть.
мы вас очень сильно благодарим за то, что вы пришли. И на самом деле, ну, это не первый раз я это говорю, но вы потрясающая публика. И вы сегодня дали нам гораздо больше, чем мы вам. Это 100%. Правда? Это правда. Идем? Идем. Давай. Скрипача! Чего я буду брать? Она меня попросила разыграть эту историю. Говорит, Дашка, два раза назовут написано, все дела. Это слово не типа Женя. А Даша отвечает, да не, может, не будем. Женя, даже споем, не выделывайся. Давай споем, как планировали. Ладно, на самом деле, то, что мы сейчас споем, это наша первая песня, которую мы пели. С этого начиналось наше решение и творчество. Ну, я скажу честно, мне не раз снилось во сне, вот как мы выступаем именно с этой песней на какой-то там Royal Albert Hall там, или еще какой-то, там Творец Украины, например. Я сравнил Royal Albert Hall и Творец Украины. Молдавская народная республика. Хорошо. Да. Мы снова ударим вас Франции. Бельгии. Tout le monde, malade, tout le monde, rêver de tout.
Друзья, что-нибудь. Благодарим вас очень сильно за все. Мы хотели еще поблагодарить также Артема, который у нас стоит сегодня на сцене. Сейчас мы все были чистыми, потому что... Очень сильно помогал, и для того, что я приехал. И Артем, это диджей Ротик, известный в Украине диджей, один из лучших диджеев в Украине. Я прошу, пожалуйста, тех людей, которые мы будем сейчас называть, не скупитесь на аплодисменты, потому что без них бы сегодняшний наш вечер не состоялся бы точно. Это Таня Маслова, Ники, к сожалению, нет. Декор и все вот эти прекрасные вещи. Вообще ничего не было бы, если бы вы не пришли. Это правда, поэтому аплодисменты вам. Это наша музыка. Очень сильно ждем вас. И, наверное, сейчас что актуально хочется пожелать от нас? Побольше мира и добра. Так вот случилось, что много у нас раздражителей, много каких-то плохих вещей стало окружать. Пожалуйста, относитесь к жизни по-философски, и тогда она по-философски будет относиться к вам. Прошлую ночь. Я так поняла, что
Ну да, вообще сейчас придет информация, наверное, была от вам. Да, там еще лежит мой диск, сказка тоже на шоколадной стойке. И вообще, на самом деле, у нас сегодня я говорил, что это не концерт. Да, мы просто собрались пообщаться, поговорить, встретиться. А концерт на самом деле будет, и я думаю, что в мае мы вас ждем на действительно большой сольный концерт. И мы постараемся сделать что-то, кроме «Лыты забыры». Вот что-то придумать. Еще полпесни придумаем, обещаю. Тогда дело удается. Друзья, мы вас очень любим. Надеемся, вам